Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске аркадный выживастик, креативная головоломка, стражи РПГ, стратегия престолов, экшен-кинцо и пошаговая РПГулина. Приступим! Horizon Trails — это игра о выживании. Тебя ждет необычный сюжет. Землю на сей раз захватили зомби! Не ждал? Пусть и банальщина, зато тебя ждет замечательная графика и интересный геймплей, являющийся помесью Don't Starve и Бомбермена. Тебе предстоит постоянно искать динамит, лекарства, продовольствие и бензин для быстрого передвижения по локациям, которая, кстати, также выполнена в виде интересной мини-игры. Кивануко — это головоломка про маленьких человечков. Или, вернее, будет сказать, из маленьких человечков. Дело в том, что суть геймплея состоит в том, чтобы провести людей через мост, построенный из этих же людей. А задача эта не из простых. Каждый уровень — это заковыристая и мозговыносящая задача, способная ввести в ступор даже самого заядлого головоломщика. В Guardians of the Galaxy нам предстоит играть за команду галактических преступников, зовущих себя Стражами Галактики. Тебя ждут стратегические РПГ-сражения, захватывающий сюжет по лучшим комиксам Marvel и крутой енот. Game of Thrones Ascent — это стратегия по знаменитому сериалу про пенисы. Писька, 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 писька. Вам выпадает роль малоизвестного лорда Вестероса. На первый взгляд, обычная стратегия. Но интересные диалоги и сильный сюжет делают игру действительно похожей на сериал. Game of Thrones Ascent — это стратегия, задача которой решается не только военным, но и дипломатическим путем. Соскучили за Uncharted'ом и Нейтаном Дрейком? Тогда вот вам Uncharted с Фарисом Джавадом. Хрен пойми, как оно читается. Несмотря на то, что это клон, получивший океан негативных отзывов от соснольщиков и писюшников, на Android игра самое то. Ведь в игре есть хорошая графика, интересный сюжет, перестрелки на мотоциклах, погони на автомобилях, головоломки и даже файтинг. В общем, это достойное кинцо для твоего девайса. Ну и гамма под номером 5 у нас Legend of Roland. Это красивое аниме-РПГ про храброго воина, осмелившегося дать бой темному властелину, чтобы спасти королевство от нападения магна... Ну, понятно. В общем, в игре множество интересных персонажей и захватывающих боев. Создав свою армию непобедимых воинов, ты будешь отвоевывать захваченное врагом поселение и освобождать новых героев. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий мужик, будь мужиком, бля. Это был обзор от Mob.ua и я, Трэш. До встречи.